В ГУФСИ не перестали платить пособия для молодых матерей. По крайней мере, так утверждает сотрудник одной из колоний Красноярского края. По словам женщины, которая предпочла сохранить анонимность, деньги исправно оплатила бухгалтерия. Они назначались всем матерям, находящимся в декрете. Однако недавно, без объяснения причин, деньги перестали поступать. Многие семьи оказались в тяжелом положении, так как зарплата одного из супругов зачастую не хватает на содержание ребенка. С октября месяца данного года выплаты прекратились. Бухгалтерия нашего учреждения отвечает о том, что на этой статье именно Москва не высылает деньги, то есть в Москве этих денег нет. Происходит, да, это по всей России. Переписываемся на форумах именно с такой же категории граждан, да, кто находится сейчас в декрете. Кто говорит о том, что в конце этого года, кто говорит, что вообще неизвестно. Наша редакция обратилась за разъяснениями в Федеральную службу исполнения наказаний. На местном уровне сотрудники не смогли разъяснить ситуацию. Однако делом заинтересовались в столице. Ответ на запрос пообещали дать в ближайшее время.